Друзья, привет! На днях я анонсировал новый онлайн-курс, можно назвать и курс, и тренинг. Это ES-эффект продажи. И это такой большой курс, в котором я попытался обобщить и собрать основные знания, технологии, связанные с продажами в части маркетинга, в части технологии продаж, процессов продаж, организации системы продаж и отделов продаж, мотивации, в том числе личной эффективности и некоторые другие вещи, которые будут очень полезны для владельцев бизнеса, для того, чтобы увеличить прибыль. И вот в этих небольших видео я хотел бы с вами поделиться тем, что будет, что вас ждет во время вот этого онлайн-курса, на что я буду фокусировать ваше внимание. И вот один из блоков, который у нас будет в разделе маркетинга и посвящен технологиям продажи, будет связан с тем, что на основе трудов американского ученого такого Дезмонд Рамзи, который умер в 77 году, но он изучал животных. И к моменту его окончания его карьеры он решил подумать о том, что как так происходит, как выстраивается взаимодействие между людьми, когда два человека, которые абсолютно незнакомы друг другу, они абсолютно, ну, даже не подозревали о существовании друг друга, как через какое-то время люди встречаются, оказываются вместе в одной постели и заводят там семью, ну и так далее. И в связи с этим я рассмотрю вопрос, каким образом вот эти 12 стадий, которые Дезмонд отметил в своей научной работе, чем 12 стадий построения отношений между людьми похожи на стадии, которые возникают в системах продаж. Ну, хорошая новость в том, что в системах продаж это не 12 стадий, а 8. Но, тем не менее, задача в том, что это... В чем фишка всей этой истории? В том, что количество времени, за которое происходят все вот эти изменения между тем, что мы стали незнакомыми, и тем, что мы в итоге поженились, не имеет никакого значения. Имеет значение соблюдение определенных этапов взаимодействия, и нарушение этих этапов как раз приводит к тому, что ничего не получается. Но, собственно говоря, в системе продаж ровно то же самое происходит. Когда люди пытаются нарушить технологию продаж, когда происходит перескакивание с одной ступени на другой, это как вот в одном известном фильме, да, так сказать, из серии «Дорогой, сделай мне монтаж». Так вот, в продажах сделать монтаж не получается. То есть, если делать монтаж в продажах, то никаких продаж, разумеется, не будет. И очень интересно, как 12 стадий взаимодействия между людьми соответствуют 8 стадиям в системе продаж. И, на мой взгляд, это одна из ключевых вещей, которая, ну, перевернет ваше представление о том, как выстраивать систему продаж именно в вашем бизнесе. Поэтому жду вас на этом курсе. Если вам это интересно, ставьте внизу там плюсики, комментарии, и мы вам пришлем дополнительную информацию, ну, для тех, кто не сделал это под предыдущим видео. Жду вас на онлайн-курсе. Пока.